Спасибо, председатель. В ходе рассмотрения итогов УПО Азербайджана хотели бы обратить внимание на нежелание правительства решать насущные проблемы ограничения гражданского пространства. Азербайджан не поддержал рекомендации воздержаться от задержания активистов, правозащитников, журналистов. Азербайджан посчитал ненужным отозвать существующий закон о СМИ. Все это говорит о попирании Азербайджана своих международных обязательств. Не свидетельствует о приверженности правам и свободам. Помимо этой кампании угнетения и репрессий, правительство Азербайджана открыто нападает на тех, кто работает за границей. В ходе пленарного обсуждения в парламенте члены парламента совершали нападки на важных активистов, заявляя о том, что такие активисты в изгнании должны, цитирую, быть объявлены мишенями и должны быть нейтрализованы любыми средствами. Это говорит о запугивании, говорит о попытках заставить замолчать оппозиционеров. 250 человек сейчас находится за решеткой. Также мы обеспокоены инклюзивностью конференции сторон 29 ЗЕРКИКООН, которая пройдет в Баку в 2024 году, в конце года. Поскольку нефтегазовая деятельность страны вызывает вопросы в отношении приверженности страны борьбе с изменением климата.